Євген Галич народився 29 квітня 1984 року в місті Біла Церква. Жив у Казахстані, Полтаві, зараз у Києві. У 5 років пішов до музичної школи. Закінчив Полтавський військовий інститут, лейтенант запасу. Міг би стати військовим у 5-му коліні, але вибрав музику. У 2006-му зібрав гурт «Оторвальд», з яким переїхав до Києва. Працював на радіо і телебаченні, зараз знімається у кіно. Головна роль у фільмі «Правило бою». Дружина – Валерія. Донька Єва. Дуже сімейна людина. Мріє про багатодітну родину та обов'язково сина. Виїхати з України Женю може примусити тільки небезпека для сім'ї. Вітаю всіх на 9-му каналі. Знову проект «Пані та панове» в ефірі. Мене звати Ольга Володимирова. Сьогодні в мене в гостях пан, дуже відомий, пан. Дуже популярний. Ну не під панок же, не Женя пан. Галич. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Конечно, меня сейчас возненавидят толпы твоих поклонниц. Наверное, они мечтали бы тет-а-тет общаться. Насколько продуктивно общение с поклонниками у тебя происходит? Ну вот в этом туре, когда мы ездим сейчас в мини-такой акустический тур, в каждом городе специально организована фан-встреча для того, чтобы пообщаться, поотвечать на вопросы, касающиеся фестиваля Main Stage UA, в рамках которого вот эти припати проходят. Ну и новый альбом же все-таки надо людям внушать, что он будет крутой, он будет супер. Вот. А в фестивалях много общаемся, акустический формат очень располагает к этому. Акустический, общем, да. Ну, я думаю, что любой формат вообще, в котором ты работаешь, в котором ты появляешься, он располагает к общению. А появляешься ты много где. Вообще, откуда энергия на все? Я не могу сказать, что ты всеяден. Ну, ты пробовался и пробуешься в кино, ты работаешь на телевидении, ты работал на радио, у тебя не первая группа, скажем, ну, да, так, да. Параллельно происходят какие-то проекты. То есть у тебя, насколько я понимаю, нет такого, что ты занимаешься вот здесь и сейчас чем-то одним. Много параллельности в жизни. Неинтересно. Должна быть какая-то мотивация делать не только одно дело хорошо. То есть я когда снимаюсь кино, я там отвлекаюсь немножечко от музыки, и мне это не надоедает. Когда я веду передачи на радиостанциях и телеканалах, это такая самореализация, найти свои еще какие-нибудь сильные стороны. Вот. Что касается времени и вдохновения, процесс вдохновляет и результат, естественно. Когда ты понимаешь, что на твои концерты стало ходить больше людей, когда ты понимаешь, что гонорары становятся выше, ты становишься все больше и больше востребованным, когда ты видишь, как на тебя реагируют твои родители и семья, видя в тебе авторитета. О, как на тебя реагируют твои родители и твоя семья? Для кого ты авторитет, ну, безоговорочный? Я безоговорочный авторитет своей семьи вообще в целом. Вообще всей? Да. За долгие годы я сумел не только переубедить своих родителей и родных в том, что я иду к своей цели, и я ее обязательно добьюсь, и у меня будут, вы скоро тоже будете пожинать эти плоды, вот, я обеспечиваю... То есть ты им дал понять, что не только для себя? Да, естественно, я обеспечиваю родителей, свою семью и помогаю всячески своим родным и близким, которые в этом нуждаются. Ты вообще семейный человек, да. Семейственный? Да. У меня очень на первом месте стоят семейные ценности, прежде всего. У меня не безоговорочный и, даже не знаю, как сказать, непоколебимый авторитет отца в целом. Я очень уважаю этого человека, благодарен ему за все, что он для меня сделал. Он научил меня быть мужчиной. Он научил меня быть авторитетом для своей семьи и обеспечивать ее. Вот. И благодарен очень за мудрость своей маме. Потому что если бы не она, мне кажется, я бы... И вообще в семье бы отношения так не складывались. Потому что у нас всегда были семейные ужины. Мама всегда делала так, что вся семья скучала друг по другу и хотела, чтобы мы снова собирались, и вот как-то мы вместе выбирались куда-то благодаря ей, потому что, ну, три пацана, то есть папа, я и брат. Мама жила в мужском обществе, мама всегда, в мужском мире. Она как клей,
Она нас склеивала, когда мы ссорились. Она постоянно пыталась сделать так, чтобы всем нам было комфортно. И, конечно, я воспитывался в этих условиях, и теперь все эти семейные ценности перенес в свою семью. У тебя есть брат. Да, родной брат. А в твоей, уже в твоей, совсем твоей семье у тебя дочка. Мальчика хочется? Очень сильно. Я прям, не знаю, мне так прям сильно хочется много детей. Я хочу четверых вообще, на самом деле. Мне кажется, что мы постоянно будем находить общий язык и проводить очень хорошо вместе время. Вот. У меня сложности с воспитанием дочери, потому что я абсолютно не знаю, как воспитывать девчонок. Я знаю, как воспитывать парней. Но единственное, простой секрет. Девочку любить, надо просто любить, больше да. ничего. Вот в этом и проблема. То есть это ребенок, который воспитывается, конечно, в безграничной любви. Ну, воспитывает его мама. Мама, наверное. Да. Но я же мужчина, и она должна видеть во мне своего самого лучшего друга. Она должна видеть во мне защитника. Для этого надо чаще бывать дома. Да. У тебя получается? Да. По отношению как? К своим... Ты снимаешься в кино, ты на радио, ты в турах. Как ты чаще бываешь дома? Иногда, ну, я стараюсь разграничивать. Я утром обязательно готовлю обеим своим девчонкам кашу овсяную. Это ритуал, который происходит каждое утро. Вот, я просыпаюсь раньше, побегал. Все так заслушались. Побегал. Женя Галич по утрам готовит. Ну, сегодня не кашу. Приготовил, потому что я всю ночь пил. Вот так вот, это чтобы не, за... чтоб не заслушали. Ты очень честный, ты откровенный. Да. Это просто, чтобы не заслушивались и не думали, что я прям такой нет, няшка. Нет, вот правда, да, вот ты вот в эфире НЛО там, ну, гонишь. Иногда, шучу, да. Очень часто, шутишь, так да? Так этот образ клоуна осточертел, если честно. Ну, это образ, правда? Ну, просто как бы, я очень люблю есть... развлекаться, но иногда же хочется побыть и серьезным. Нельзя все время притворяться и быть болванчиком таким. Вот, поэтому в последнее время мне больше нравится говорить абсолютную ну, правду и быть собой. Поскольку я понимаю, что ты шутить можешь и умеешь, ты такой вот острослов на самом деле, но ты можешь не только это. И ты, наверное, хочешь, чтобы это... Ну, поняли, все в том числе, и да, люди, которые создают всего, подобные проекты. Если... Потому что Леша Дурнев, понятно, да, у него свой образ, я там не знаю, какие Лёшка у него отношения со своей у меня, маской. У него это очень-очень-очень другой человек, не такой, как все его знают. Это очень для меня, это мой хороший друг, и, конечно, этот образ, который, в котором он работает сейчас, это очень комфортно для его деятельности. Но я, наверное, не буду рассказывать, какой Дурнев, потому что... Он потому сам что речь, да. речь на самом деле о тебе, придет Дурнев, мы да, с ним поговорим. Препарируете. А кем ты хотел быть в детстве? У тебя папа же военный, да? Да я же тоже закончил военный вуз. Угу. Вот. Я хотел быть музыкантом с 4 лет. В 4 годика у меня появился пионерский барабан, красный такой. Вот. И с тех пор я ни на секунду не засомневался. Мне кажется, что я даже помню все свои доводы и... какие-то заинтересованности по поводу, как конкретно я хотел быть музыкантом. В 5 лет я пошел в музыкальную школу, и с там 30-40 детей, которые были на конкурсе, меня еще одного мальчика только взяли. Нам нужно было простукивать какие-то ритмы, повторять за преподавателем или еще что-то. И вот с 5 лет я начал заниматься в музыкальной школе. А в роду были музыканты до тебя? Ну, папа немножечко играет на гитаре, мама закончила школу по фортепиано. Но, в принципе, таких музыкантов, которые профессионально этим занимались, нет. У меня все по женской линии медики, все по мужской линии военные. Вот. В медики я не пошел, потому что очень сильно... боюсь навредить и очень сильно боюсь я вот когда с Евкой происходит что-то, когда она начинает болеть или вот когда там была она маленькая, она проглотила такую заглушку для мебели, знаете, такие маленькие, mm-hmm. как пуговки, и начала задыхаться. А Лерка, значит, схватила ее, засунула палец, надавила на язык как-то. А ты насмотрел на это с ужасом, а да? я, у меня потемнело в глазах, заложило уши, как такой вот этот. Я не мог, ну, я испугался сильно. Поэтому медиком, конечно, ну, я это не могу. Это потому что ты папа может на самом быть. Деле. Папа девочки, это вообще отдельный разговор, я думаю. Что может... тебя должны вообще как персонажа рвать всякие женские шоу, потому да? что ты сейчас рассказываешь такие вещи, ну, который, наверное, должен слушать каждый мужчина. Ну, я не знаю, ну, может быть, это сегодня такое настроение. Вот, ну, а что касается военных, я закончил военный вуз и решил остаться со свободным дипломом, не идти дальше служить. Вот, и закончил его как студент. А ты легко подчиняешься военному, и в военном вузе надо же подчиняться. Мне кажется, что у тебя достаточно строптивый характер. В этом и проблема, я не смог бы быть военным.
в отличие от моего отца, который всю жизнь был военным, его отец был военным, и отец дедушки был военным. Вот, у них как-то вот все с этим... у меня папа вообще очень такой строгий, он полковник Вооруженных сил Украины, сейчас уже на пенсии. И мне кажется, что я не смог бы. Хотя он никогда не был системным и командующим в самой семье. Он всегда находил какие-то аргументированные доводы, почему так должно быть. В армии же как? Сынок, возьми лом, подметай плац. Мне не нужно, чтобы было чисто, мне нужно, чтобы ты замахался. Вот. Отец все-таки у меня такой другой военный. Ну, в дома, во всяком случае. Я думаю, ему хватало команды. Но я никогда не забуду, когда я стоял, это был мой первый наряд, по-моему, если не ошибаюсь, я стоял на тумбочке. И, значит, там, когда заходит... Откровение, внимание, Женя Галич стоял на тумбочке. Да, там, когда заходит старший по званию, или кто заходит в казарму, нужно говорить, черговый роты на выход, ну и дежурный по роте, значит, выходит. Да, по-моему, это был мой первый наряд. Я стоял на тумбочке, и, значит, заходит отец, он тогда был подполковником, и я вместо того, чтобы сказать черговый роты на выход, и должен выйти... Здравствуй, папа. Да, я, пап, привет. Говорит, товарищ курсант. Не по уставу, что нужно говорить. И так меня вчехвостил потом за это. Ну, правильно, нормально. Вот, и я думаю, да, в общем, не срастется у меня здесь служба, пока папа рядом. Ну, а потом, конечно, я получил свободный диплом, ну и переехал в Киев для того, чтобы заниматься музыкой. В 10 лет ты познакомился с Денисом. Да, в 94-м году. В 5 лет ты пошел в музыкальную школу, то через 5 лет ты знакомишься с Денисом, и все стало понятно у тебя в судьбе. Это человек, который изменил мою жизнь полностью. То есть человек, или даже поспособствовал тому, чтобы моя мечта осуществилась. Ему было тогда 13 лет. Денис Мизюк, это гитарист группы «Торвальд». Вот, мы встретились на такой выбивалке, где ковры выбивают. И следующие 10 лет на ней провели. До 2004 года. То есть все мы родом из детства, то есть ты совсем родом из детства, получается. Все, да. Какие-то знаковые вещи произошли у меня, в раннем возрасте. Три знаковых вещи. Это вот знакомство с Денисом, свадьба и рождение дочери. Это три эпизода в моей жизни, которые просто сильно изменили мою жизнь. Все-таки семья перевешивает. Два события знаковых, связанные с семьей. Когда мы женились, я Лере сразу сказал, что... Даже когда мы познакомились, мы через 3 или 4 месяца уже поженились, потому что я был уверен, что это моя будет жена. Вот, я в этом человеке не сомневался ни на секунду. Но я и сказал правду прямо перед свадьбой, что ты для меня музыка будет всегда на первом месте. Но ты всегда будешь на втором, я тебе гарантирую. Ты второе место за тобой навсегда. Навсегда, да. У тебя даже все твои татушки, которых сейчас не видно, они связаны... У меня микрофон. Все, нет. Да, пока. Покажу. Я думаю, что твои поклонницы и поклонники знают, сколько их, и, наверное, ночью разбуди, перечислят. Но они все тоже связаны со знаковыми событиями, насколько я поняла. И там тоже много семьи. То есть это карта твоей жизни, такая, каких-то знаковых вещей. У меня нет ни одной татуировки, которую я бы сделал просто так. В этом нет никакого смысла. Я считаю, что каждая татуировка – это какой-то отпечаток того или иного события или человека в моей жизни. Ну, все они что-то значат. На запястье у меня буква «В» – это там, где пульс, это моя жена Валерия. Вот здесь татуировка, как только началась война, я сделал голубя мира. Мне очень хотелось, чтобы, может быть, как-то это символически. То есть там есть музыка, там есть шур, есть, да, все. Есть гитара, да. Киев, брат есть, отдельно. Есть брат. Ты знаешь, на самом деле это на груди. Большая редкость, когда, ну, мы часто говорим вот о братской любви, но на самом деле в жизни она встречается редко. Больше, у нас очень близкие отношения. Больше очень... вот это так, образ такой есть. У тебя есть татуировка, связанная с братом. Ну, да. Это супер на самом деле. Это мой очень близкий человек. Когда мы всю жизнь жили в одной комнате, я очень ждал, когда он родится. Мне было 4,5 годика. Я очень хотел, чтобы у меня был брат. Именно братик. Я очень хотел братика. Братика. Когда всю жизнь вместе, можно же возненавидеть друг друга. Да можно нет. Же... Нет? Ну, мы дрались очень. Ну, дрались. Ну, как нормально. Да. Вот. Ну и потом, в общем, когда я переехал в Киев, мы жили все время в одной комнате, всю жизнь. И когда я переехал в Киев, это был 2005 год, Андрей заканчивал школу. И, значит, у него настолько сильно началась тоска по мне, я живу в Киеве, он живет в Полтаве по-прежнему, что как только он закончил школу, мы обманули родителей,
и я его перевез к себе. То есть он сразу в 17 лет переехал в огромный город. Как вы город. Обманули? В чем был обман? Его должны были устроить в один из вузов, чтобы он остался в Полтаве. А мы, в общем, махинациями сказали, что там не получится, и что там, в общем... И он переехал... Родителям хотелось, чтобы хоть кто-то был рядом, да, наверное, с ними. Да, да? И он переехал ко мне. И вот с 17 лет, пока он не женился, он жил со мной. А родился ты в Полтаве? Или в Белой Церкви. В Белой Церкви. Под Киевом, да. У меня отец же военный, я родился в Белой Церкви, потом 8 лет в Казахстане. И потом в Полтаву. Ну, ты, значит, белоцерковчанин? Получается, да. Или полтавчанин. Хотя все равно все... Я вот человек Полтава мира. Полтава тебя считает своим. Да, ну я же большую часть жизни прожил в Полтаве, хотя теперь уже нельзя так говорить, потому что теперь я в Полтаве я с 92 по 2005, а в Киеве я с 2005 по 2016. Так что очень скоро большую свою часть жизни я проживу все-таки в Киеве. Ты похудел. С чем это связано? Извини, такой интимный вопрос, конечно, но... Нет, я тренируюсь много. Я снимаюсь в кино, играю боксера. До этого я никогда серьезно не занимался спортом. Мне нужно привести себя было в форму до съемок. И с декабря месяца у меня еженедельные тренировки, там по 12, по 15 тренировок в неделю. Это главная роль? Да, это главная роль. Я играю боксера, отрицательный персонаж. Это мой первый опыт в кино. Я впервые снимаюсь в большом кино. Как называется? «Правило боя» называется. С огромной честью досталась мне роль с Алексеем Горбуновым, с Анатолием Пашининым, с Владом Никитиком. Ты прошел кастинг или тебя сразу определили? Нет, мне позвонил режиссер. Я верю в знаки, я об этом очень часто говорю. Значит, как правило, все знаки, которые я вижу, они приводят меня к чему-то. И значит, вот мы ехали в автобусе с гастролей, и я к директору своей Юле говорю, что слушай, мне вот снился сон, мне кажется, что я хочу сняться в кино и сыграть отрицательного персонажа. Вот прям не хочу доброго играть, какого-то гопника или еще кого-то. Вот. И мы ехали в четверг, а в понедельник мне звонит Леша Шапарев, режиссер, говорит, здравствуйте, это Леша Шапарев, я снимаю кино, я хочу, чтобы ты у меня снялся. Я говорю, ну отлично, мысль материальна. Ну и я пришел на пробы. Да, это были формальные пробы, они знали, что они хотят, чтобы это был я. Ну и, собственно говоря, потом попал в тренировочный лагерь. Ну, мне нужно было привести себя в форму, научиться боксировать. Вот, и сейчас снимаем этот фильм. Класс. Ну да. Нравится? Да, процесс. Очень. Процесс не сильно нравится, буду честен. Потому что я когда готовился к роли, мне казалось, что я такой прям вот сейчас буду играть. Вот, я ходил на актерские курсы, у меня был целый курс. Я начну перевоплощаться, да. там вытаскивать нутро. Я побрил нутро. Голову наголо, я сбросил 7 килограмм, я занимался боксом. Мне казалось, что это прямо вот сейчас будет такая целая огромная роль. А все же эпизодично, снимается все эпизодами, то есть фрагментарно. Ты входишь в какой-то образ, нашел в себе кодировку, нашел какое-то чувство, которое ты должен сыграть. Признаешься девушке Даше Трегубовой в любви в кадре. А это там длится 3 секунды, и потом режиссер говорит, там, дубль или там снято, или переставляем свет. И следующее признание через 20-30 минут, пока все переставят. И тебе снова надо возвращаться в это состояние, и снова там... Ну или с боксом тоже, когда ты думаешь, я сейчас в ринг буду становиться и там драться, вот, а получается там, так, левая, апперкот, переставляем свет. Ты стоишь, да, думаешь, дайте же уже под, ну, вот это вот чувство. Это понимаешь? Как мультики снимают, знаешь, так передвигают фигурочки, ну, так очень так, все так, техника на самом деле. Очень много говорили о том, что ты... мог бы или должен работать в проекте Скрябин. Угу. Муссировали эту тему, но, да. Насколько я понимаю, эта пресса больше купилась на вот, имя Скрябина, на всю ту вот беду, которая произошла. Ты хотел этого? Нет, я никогда бы не смог заменить Андрея. Это очень... И вообще никто его не сможет заменить. Но... Спекулирование на этой теме, как многие делают сейчас, это очень странно. Я бы никогда не стал вокалистом Скрябиным постоянным, в группе Скрябин постоянным вокалистом, но это страшная беда.
страшная потеря для всей украинской музыки и для страны в целом, потому что это гениальный человек, мой хороший друг. Я очень по нему скучаю. Но ну, никто он тоже не думает. Сыграл такую знаковую роль в твоей жизни, да, очень. Да? В 2001 году человек, который вдохновил меня, у меня была следующая волна вдохновения благодаря Скрябину и Андрею, собственно говоря. Вот, переехать в Киев и продолжить заниматься музыкой, не бросать и додавить. Вот. Но когда случилась эта беда, все думали о том, что Андрея никто не заменит в группе. Ну, никто не думал о группе, о семье, о родителях. Ну, я не говорю никто, я не берусь говорить. Я имею в виду те злые языки, которые спекулировали на этом имени. 7 участников в коллективе. Они всю жизнь играли с Андреем. У них нет другой работы альтернативной. Нету бизнесов, нету там, ну, имеется в виду, которые... Для них рухнул мир. Рухнул мир. Все рухнуло. Так же, как и для семьи, и для всего. И никто не говорил о том, что... Да, конечно, ребята, продолжайте, пожалуйста, играть, давайте мы вам там... Все говорили, о, Андрея все равно никто не заменит, никого не берите вокалистов. Это же бред. Ну, с группой Queen были такие проблемы, очень много спекулировали, так ничего в итоге и не вышло. Но... Да, но тут получается история такая, что, конечно, я считаю, что постоянным вокалистом ну, никто не сможет быть, но вот такие вот как бы звездные какие-то выезды, когда Фагот или Положинский, или я, или Андрей Хлывнюк из Бумбокса может принимать участие просто как приглашенный артист спеть песни Андрея, это очень хороший формат. Группа для должна группы. Жить как проект, почему обязательно. Нет? Группа должна потому работать. Потому что репертуар-то есть. И... У тебя есть любимая песня, Кузьмин? Да, мне очень нравится LV, мне очень нравится Годинник, вот ранние треки. А из того, что последнее время делал, я вообще фанат злого рэпера Зенека. Знаете, был проект Андрея? Злый рэпер Зенек. Да, конечно. Вот. Это тебя же злодейство какое-то тянет такое. Нет, это так тебе кажется. Просто в жизни не хватает острых ощущений, не хватает... Ничего, я катаюсь на мотоцикле, я восстановил ретромобиль. Острых ощущений? Да нет, хватает на самом деле. Мы вчера встретились в Запорожье с группой Boombox и с группой «Время и стекло» в одной гостинице. Острые ощущения были аж до 6 утра. Кстати, с Хлывнюком ты еще и работаешь, как работал, с профессионалом. Да, с большой буквы. Это страшно вообще на самом деле, да, когда приходит человек из твоей же сферы, но который смотрит по-другому на эти вещи, наверняка по-другому, да. И он, есть же риск, что он начнет давить и переделывать тебя. Этого не произошло? Или тебя нельзя переделать? Это невозможно. Мы говорили о том, что я не поддаюсь командованию вообще никакому. Да-да-да. И это была одна из причин, почему мы перестали работать. Но не потому, что Андрей пытался меня переделать, а потому что я мешал Андрею делать то, что он хочет. Я лез во все, и Лёше Сагамонову, и Андрею. И я пытался все сам проконтролировать, и по итогу ребята сказали, слушай, а мы тебе-то тогда зачем? А ты вообще авторитарный, да, человек? Сильно. Ты лидер. Да. Я в какой-то момент, особенно в последнее время, понял, что мне принципиально важно быть участником всего процесса. Я контролирую все, начиная от афиш, фотографий. Когда фотограф... Вот это большая проблема. Хочешь сделать хорошо, сделай сам, да? Это твой принцип? То есть, когда фотограф делает фотосессию, прежде чем он начнет обрабатывать фотографию, он мне присылает выборку фотографий, которые он считает нужных. Если вдруг мне какие-то из них там понравились, мы будем их обрабатывать. А если вдруг... Ну, чтобы он не тратил свое драгоценное время. Если тебе не понравилось ничего... Мы будем искать еще. Так бывает. Да, у нас есть несколько видеоработ, которые так и не вышли. Ты веришь в гороскопы? Нет. Ты телец. Да. Упрямство. Ну, все, что ты рассказываешь, это вот, ну, вот, да, нет. Рога, упереться рогом, серьезно? Настоять на своем, да. Нет, в гороскоп... Целеустремленность, приземленность определенная, в общем-то. Это закономерности моего характера, я не знаю, с чем они связаны. Неужели, правда, у всех тельцов, да? Вот, у многих. Да? Ну, да. Не знаю. Ну, это хорошо на самом деле. Телец – это же знак Земли. Да. Должно расти, плодоносить, вот тоже обязательно. Вот, должен быть результат, да, правда же? Вот, да, это уверен, хорошо. Уверен. Ну, отлично, музыка, хорошо. У тебя тоже не один проект, не только от Урвальд. Ну, уже один. Уже остался, уже один? Уже остался один, да. Куда Нудли, ты дел? Нудли. Андрей переехал жить в Грузию. Мы вот сегодня только говорили о том, что я хочу играть в каком-то проекте на барабанах.
у меня новая страсть. Я хочу создать женскую группу и быть у них барабанщиком. А Торвальд не ревнует к твоим, ну, побочным явлениям, скажем так? Это значит, что ты себя недореализовываешь? Это как в браке. Я не знаю, как это в браке, о чем ты сейчас. Полное доверие. Я всегда буду любить только Торвальд и ценить, и я никуда не денусь из-за Торвальда. Ты однолюб такой. Да, то так же, как и в семье. Но они же прекрасно понимают, все парни, что это только во благо. Все мои проявления медийные, мы когда сегодня с вами встретились, говорю, звезда, да. Вот. Ну, я предпочитаю все-таки, да, там, музыкант, вот мое самое любимое слово, когда употребляю, рок-музыкант, вот это вот все, я все-таки музыкант, прежде всего. Потому что можно говорить, там, телерадиоведущий, но я не... комфортнее всего я себя чувствую с гитарой на сцене. Это самое комфортное состояние. Любимая гитара какая? Вот прямо сейчас, наверное, из любимых, у меня их много, но любимый Боб, у меня у каждой гитары есть имя. Боб — это Guild 77-го года, который я купил в Нью-Йорке. И вот я сейчас с ним на гастролях. Это мой очень-очень хороший. Все гитары мальчики у тебя? Нет. Есть и девочки? Да, есть Анжела. Класс. Они об этом знают, что не Боб Энджел. Да, есть Снейк, есть Рыжий. У меня и мотоцикл, и машину тоже зовут. Вот у меня есть автомобиль, который я долго очень хотел, с 14 лет. Это Ford Granada 79-го года. Я его восстановил сейчас полностью, 7 месяцев потратил на реставрацию. Это такая выставочная машина. И, значит, его зовут Микки 79. Микки, потому что Микки Рурк, это очень, очень мой, не знаю, прям мне так нравится, как он играет. И я там ковбой Мальборо, Харли Дэвидсон, вот у меня такая ассоциация. Вот. А 79, потому что 79-й год выпуска. И вот я всему даю имена, мне так комфортнее. Мне кажется, что еще я очень, вряд ли вы сейчас меня поймете, но я очень привязываюсь к вещам. Почему я не пойму? Вот у меня есть рюкзак Vans, и я с ним уже... Вот я в Киев переехал. Пожму руку, я точно такая же. Да. И я вот с этим рюкзаком с 2004 года, он уже, конечно, прохудился сильно. Вот, и мне подарили огромную такую классную дорожный чемодан на колесиках. И я в одну поездку взял этот чемодан вместо рюкзака. И скучал по нему и думал, что он на меня обиделся, потому что... У него тоже есть имя? Нет, у рюкзака нет. Почему-то обидно. Нет. Да, кстати, вот не понимаю, почему. Просто Венс, наверное. Ну, вот, он один такой. Его. Он один, ему даже имя не нужно. Это не... слава, да? И вот я опять, у меня эта новая сумка так и стоит, а я все равно сделал. Почему? Мне это очень понятно. Это так забавно. И это тоже очень по-тельцовски, кстати, да? На самом деле. Да? Слушайте, да. Ну я прям какой-то предсказуемый. Это нет, почему предсказуемый? Это для меня предсказуемый, для других может быть и нет. То есть мы не будем обобщать. Женя Галич, он Женя Галич, вот он же не там, каждый там парисичный там. Ну ничего, не телец, нетипичный да, телец. Ну почему? Ну а есть это... какие-то основополагающие вещи, такие вот фундаментальные, да, которые, ну, которые держат тебя, да, на самом деле в этой жизни. Мы же сказали, это семья, это музыка, да, на самом деле. И я так понимаю, что сейчас это и Украина. У тебя нет желания же творить сейчас, как минимум, за пределами Украины? Нет. Ну, за пределами Украины. Ну, вернее, как, творить-то можно за пределами Украины, можно делать какие-то копродакшены там или еще что-то, совместные проекты, но это не потому, что так плохо, что невыносимо здесь жить. Мне даже, если говорить о каких-то болезненных, да, ощущениях, мне хотелось бы играть везде, и в Казахстане, и в Беларуси, и в Польше, и в Германии, и в Чехии, и в России. Есть собирательный образ, да? Такая кукла, клоун, пугало, как угодно можно назвать, господин Путин. Но на самом деле в России не все поддерживают этого, эту куклу. У меня там много рот. Эту куклу, да. Да. Это страшно. Люди, которые разбираются в истории, понимают, что царская Россия была всегда. Просто сейчас-то немножечко... сквозь призму современных там, технологий, современного мира, работает по-другому. Пропаганда вот эта вся. Вот. Ну а раньше как было? Царю-батюшке нужно кланяться, на секундочку.
Ну, это никто не в твоем характере совсем, например. Никто да? не замечает соринки в своем глазу. У нас же не легче сейчас. Вот, и поэтому... Ну, поэтому я и спросила. То есть нелегко же, да? Нелегко. И музыкантам нелегко, всем нелегко на самом деле, да? Музыканты... Но все равно ты здесь, и все равно группа здесь. Группа не в Нью-Йорке, не в Лондоне, даже не в Кракове, скажем так. Ну, мы передвигаемся иногда, мы играем там. Вопрос в другом. Насколько сильно ты ценишь то, что с тобой происходит здесь, и насколько быстро ты готов отказаться от каких-то своих принципов и... уехать. Ну и для чего, собственно говоря. Единственная причина, которая заставила бы меня уехать из страны, это безопасность моей семьи. Mm-hmm. Единственная. Что касается выступлений на территории России, мне кажется, что я даже бы рассматривал все варианты донесения любой правдивой информации даже посредством концертов на территории России. То есть, если бы поклонники группы «Оторвальд» нуждались в правдивой информации и поддержке по ту сторону, я бы, наверное, смог, мне кажется. Да, то есть, смотря с какой целью ты туда едешь, ну, да. На самом деле. Если ты едешь донести какую-то мысль, какой-то заниматься посыл, музыкальной... это не предательство. Да, это музыкальной проституцией заниматься — это очень странно. Вообще, сегодня ты играешь за оранжевых, завтра ты играешь за синих, послезавтра ты играешь за красных. А группа «Оторвальд» ни разу в жизни не играла... Ни за кого. Ни за кого. Никаких политических агитаций и призывов. Нет ни одной движущей силы, за которую мне хоть один раз захотелось бы сыграть и поддержать. Ну, ты в Днепропетровске бываешь. Ты бывал на Бэс-Сити когда-то. Сейчас ты приехал с акустической программой, просто как Женя Галич. Да, да? В препате фестиваля Mainstage, который пройдет 1, 2, 3 да, года. И в мае ты уже будешь с группой. Насколько да. вообще насыщена сейчас жизнь вот у таких групп, как твоя? Очень много украинской музыки. Очень много хорошей, качественной, любимой. Подсиживают. Наоборот, здоровая, правильная конкуренция и развитие. Воспитание аудитории разными коллективами в разные периоды времени. То есть должен быть выбор. Обязательно. Это же очень интересно. Мы сегодня обсуждали это не один раз. Я приехал, слава богу, не один. Со мной приехали ребята из группы «Фантализа», группа, которая всю жизнь свою базировалась в Макеевке, вот, а теперь живут в Киеве. Группа, которая разогревала «Океан Эльзы» mm-hmm. на стадионе. Я являюсь фанатом группы «Фантализа». Это правда, все об этом знают. Я фанат группы «Онука». Я знаю все треки, у меня есть футболка, я хожу на все концерты. Я фанат Жени Филатова из The Mannequin. Я фанат группы Boombox. Искренний, преданный, ходящий на концерты до того, как мы познакомились, и продолжающий ходить на концерты. Я думала, музыканты не ходят на концерты. Ходят? Ходят. Некоторые. Женя Галич ходит. Я хожу на концерты по разным причинам. Для удовольствия и для общеобразовательной такой вот функции. Я как губка впитываю и позитивное, и негативное, и делаю выводы. То есть иногда ты ходишь как слушатель, как публика, иногда ты Нет, ходишь как музыкант. Как слушатель я уже не давно хоп, не хожу. Профдеформация, да, невозможно. Я, невозможно. Очень редко. Редко в каком-то супер таком алкогольном трипе, когда все гуляют, я могу абстрагироваться. Музыки очень много. Группа The Hard Kiss, которая воспитывает новую аудиторию слушателей, становится все больше популярной. «Океан Эльзы», которые... Вообще, если произнести это вслух, это кажется бредом, но это так. Украинская группа собрала 75 тысяч человек на Олимпийском. Украинская. Наша. «Depeche Mode» не собрали, «Red Hot Chili Peppers» не собрали, а «Океан Эльзы» собрали. Это же заслуживает огромного уважения. Ну, вообще-то, мы не очень умеем этим гордиться, знаешь. Пророка в своем государстве. У нас проблема в том, что мы как-то говорим, надо же, украинская группа там что-то там собрала, надо же, это там вкусное, а это там местное, да, там Днепропетровск. Мы так удивляемся, да класс, ну, это так ценить должно надо, быть. Надо ценить, надо любить, и надо, если ты научился ценить то и научился слышать то, не просто слушать, а услышать, понять, проанализировать, то, что происходит вокруг тебя, если ты прислушиваешься к своим конкурентам, если ты анализируешь, и условно говоря, конкурентам, естественно. Mm-hmm. Вот в музыке очень странно иметь каких-то конкурентов, потому что это же не спорт, никто больше подтянется. Ну, тем не менее, есть какие-то ориентиры же, да. Все-таки. Евровидение в этом году. Я первый раз в жизни пожалел, что мы не участвовали. Такой состав крутой. Сансей, Джамала, Брюно Шут Бланс, Пурпур,
Hard Kiss. Это же шикарные. Не ангелы. Кстати, вот тоже, что касается группы Не ангелы. Это же тоже абсолютно другой уровень поп-музыки. Ну, в своей нише они очень хороши. Которые были Не ангелы и теперь которые стали. Все очень просто. Здоровая конкуренция рождает качество. Почему? Потому что невозможно быть эстрадным исполнителем тем, как было там несколько лет назад. Я думаю, что еще 5 лет назад такого качества поп-музыки, как сделал, которую задал Дорн, которую задали Онука и там группа Катя, которая там бывшая Индия. Вот. К огромному моему сожалению, некоторые группы просто не дожили до этого светлого времени, когда украинские музыканты собирают залы. Я бы очень хотел, чтобы снова собралась «Дым на Сумиш». Я бы очень хотел, чтобы снова собралась группа «Тол». Я бы очень хотел, чтобы современная украинская рок-музыка была другой. Не такой, как она есть сейчас. И я вижу, что группа «Синоптик», «Stone Jesus», «Фантализа», там, «Brunetschild Blondes», «Блумскорда», там, я не знаю. Они будут новыми украинскими рок-группами. И вот в этой здоровой конкуренции группа Boombox, Отто Орвальд, Пиано Бой и остальные... Танок на Майдане Конго. Танок на Майдане Конго. Должны очень быстро думать, анализировать стареть, и делать. Не ни в коем случае. Нельзя Я стареть. Жду очень альбом «Океан Эльзы». Я очень хочу посмотреть, что родится у океанов вот в этой плоскости украинской музыки. Там в лифте сказал, что все нормальные люди умерли в 27. Мы говорили о рок-звездах. О рок-звездах, да. Ну, понятное дело, да. Когда тебе меня сейчас называют... 32. Через недельку. Вот. Когда меня называют рок-звездой, мне это так, мне так смешно и неудобно от этого становится. Я семейный человек, одновременно продюсирующий, менеджерирующий свой коллектив. Я должен был сдохнуть 27 лет. Какая же я рок-звезда? Ну, смотри, если бы ты сдох 27 лет, чего бы ты не успел? Давай посмотрим. Ничего 27, не 28, успел. 29, 30, 37, 32. Вот последние 5 лет свои достижения. Ничего бы не успел. Ну, все мои самые большие достижения, они совершенно свежие. И дочка, и новые хорошие альбомы, сотрудничество с Хлывнюком, и мои новые любимые друзья, группа «Фантализа». То есть ты правильно поступил, что ты да, не я сдох же, 27? Конечно же, я шучу. Вот сейчас я попробовал даже пошутить первый раз. Я считаю просто, что рок-звезд давно, и их уже нет. И, скорее всего, правильных рок-звезд и не появится. Не появится очередных Queen или Beatles, не появится Дэвида Боуи, не появится Мэрилина Мэнсона нового. Ну, Оззи Осборн еще жив. Нет, я имею в виду, таких людей больше не будет. Но не потому, что... ну, правильно, будет... рок-звезда, как, это как Лэмми Килмистер? Да. Это, ну, вот этот образ жизни, да? Да, блин, как я горевал, когда он умер. Это так плохо прямо для всей украинской... Да вообще год в этом плане, мировой, да. В этом плане страшно. Просто и Лэмми. Почему не появится? Потому что в свете новых технологий песни исчезают ровно тогда, когда ты пролистал ленту в Facebook или ВКонтакте. Все быстро. Все слишком быстро. Групп огромное количество. Когда появлялись там Beatles, Rolling Stones, когда появлялись The Who, это были группы на вес золота. Их хотели... Штучная работа. Вы представляете, вот я помню еще это время, когда в Полтаву приезжал Парк Горького, который я, в принципе, никогда особо и не слушал, но просто сам факт присутствия на нашем полтавском стадионе Парк Горького, афиши, и больше неоткуда было посмотреть, что они приедут. Ты либо ждал клипов на телевидении, ну, да, интернет либо читал журнал «Ровесник» и видел афиши, которые висят. Ожидание, которое ты варил все это время. Да, подожди, прям ты бабочки ждал, в животе, а сейчас да. Женя Галич приезжает, а завтра приезжает кто? Ну-ка приезжает. А завтра кто еще приезжает? Вот, хорошо. А может, поедем на Depeche Mode съездим, а не в Киеве с тобой? А, не поеду на Depeche Mode. Red Hot Chili Peppers, Muse. Я видел уже такое все. Неинтересно. Я сейчас могу написать, в чем ценность кумира. В том, что он недоступен. Когда Стив Тайлер из Aerosmith выходит на сцену, он может на себя надеть леопардовую шубу, кожаные штаны, еще что-то. И это не пошло.
это красиво. Когда Сергей Зверев на себя надевает какую-то чушь, это пошло смотрится. Вот. А когда те звезды, которые там стояли у истоков... Ну, все должно быть органично просто. Ну, конечно. Да. Поэтому для меня, конечно, все это в интернет убил во мне фаната преданного тех групп, которые, по которым я скучаю, как по группам, которые были недоступны. Сейчас же можно написать любому в Facebook, там, слэш уит Guns N' Roses. Привет, чувак, на какой гитаре ты играешь? А, отлично, спасибо большое за совет, братан. Я раньше приходил, и пока библиотекарша не смотрела, я с лезвием сидел и вырезал для кассет эти, из журнала «Ровесник» вырезал так лезвием, потом закрывал аккуратно и в кассету вставлял. Все, у меня есть кассета Guns N' Roses. Боже, там сплошные признания. Welcome to the jungle! И там, что же с этим делать? Сейчас неинтересно. Вакарчука можно читать в Твиттере, Вакарчука можно лицезреть. Ну, тебе там, же тоже сложно, тебе же тоже приходится удивлять. Получается так. Терпеть не могу удивлять. Это приходится каждый раз что-то новое выдумывать и из кожи вон лезть, чтобы кому-то что-то доказать. Мы в последнее время просто не занимаемся этим. Мы просто... Единственная моя задача сейчас — это писать хорошую музыку. Это единственное, чем можно конкурировать со всем остальным. Ну, знаешь, на самом деле... Делать качественный контент в целом. И клипы, конечно же, я имею в виду, и музыку. Очень большая разница вот среди музыкантов, когда ты видишь, что чуваки просто выходят и получают удовольствие, да? Им просто нравится. Они уже, да, они умеют это делать, понятно, но тем не менее они могут там где-то там сложать, например, или еще чего-то, и там забыть слова, да. Старые звезды часто там забывают слова собственных песен. Публика подпевает, да, нормально. То есть люди получают удовольствие. И есть группы, которые выходят и работают. Вот есть такие, вот как вот «Шахтеры» в «Забой» вышли, работают, и кач не происходит. Нет. Что с этим делать? Ничего, распадаться, заканчивать эту чушь. Идти работать куда-то в другую индустрию. Если группа не качает, а таких групп огромное количество, они для меня никакой ценности вообще не несут. Я когда слышу, вот чем ценен для меня Ваня Дорн, как персонаж и как исполнитель, и для всей украинской музыки, чем он ценен, для российской и для мировой в целом. Вот, так же, как и Джамала. Это люди, которые непосредственны. Они не убили в себе ребенка. Они не стали менеджерами и продюсерами. Они певцы и исполнители. Ваня очень непосредственно относится к своему творчеству. Спокойно. Он не пытается никого удивить. Он не пытается... Поет, как дышит. Да, он поет, как дышит. Он выходит на сцену, кто был на концертах Дорна или Джамалы, или Ната из Унуки, или там, на ком я последний раз был, так что меня порвало. Ну вот, на Джамале я был, вот это очень крутой концерт. Они выходят на сцену для того, чтобы получить удовольствие. Как поиграть в игру? А мне кажется, это то же самое тебе можно сказать. Обо мне? Да, что ты непосредственный, что ты с достаточной долей иронии относишься к тому, что ты делаешь, самой иронии, да? Что ты делаешь то, что ты хочешь в этой жизни. Это точно, в последнее время так точно. И только так. Просто, когда ты наблюдаешь за человеком, который играет на сцене, играется в эту игру, когда он как с кубиками или с какими-то детскими игрушками. Сейчас я вам понравлюсь. А бывает так, что ты выходишь, и человек начинает заниматься самолюбованием, позированием, спекуляцией какой-то, говорить, кричать после каждой песни «Слава Украине», призывая к чему непонятно. Вот, или петь песню о кукле, о которой мы с вами разговаривали. Привлечение внимания к себе посредством не музыки для меня не несет ничего интересного в себе. Вообще. То есть, если нет песен, ну, там придумывать, ставить какие-то квоты, не квоты на украинскую музыку, на русский язык. Все, что насильным путем навязывается, это очень ты странно. Ты против квот? Против, конечно. Против квот. Я вообще против того, чтобы в музыку лезли политики, квоты, министры культуры и так далее. То есть, ты все-таки панком остался, да? Ну, конечно. Вот, я не знаю, как это правильно называть, там, да, этот ярлык панк или не панк. Я против того, чтобы музыка была затронута какими-то грязными делишками в духе политики и всего прочего. Вот представляете, если вам, ну, это как насильно выйти замуж. Ну, когда родители решили за тебя, что ты должна выйти замуж за этого парня. Квотирование — это же одно и то же. Ну, то есть насильно навязать, если нет хорошей песни, ты квотируй или не квотируй, или квотой, или я не знаю, как правильно это слово произнести, насильно мил не будешь. Напиши хорошую песню, ее обязательно поставят на радиостанцию. Окей, Женя, напиши хорошую песню и приезжай в Днепропетровск. Договорились. Будем рады. Мы сегодня говорили о серьезных вещах на самом деле. Это отлично. Спасибо вам большое. Правда, я услышала какие-то вот вещи для себя, которые
ну, подтвердили, что у нас далеко не все плохо, и у нас есть очень умные мыслящие люди, в том числе на сцене. Это значит, что вот тем, кому сейчас там, скажем, 18, да, ну, им есть что услышать. Ну, да. Давайте только интервью закончим какой-то пошлой темой, а то все подумают, что я зануда. Пошлой темой? Ну, какой-нибудь, какой, допустим, пошлый? Про девчонок что-нибудь спросить. А, помнишь ли ты свой первый секс? Да. Он был ужасным. На этом мы закончим. Спасибо большое. Спасибо всем. Это был Женя Галич. Слушайте музыку, радуйтесь жизни, и все у нас будет хорошо. До свидания. До встречи.